После второго периода с нами игрок команды «Спартак» Роман Любим. Роман, какие сделали выводы после первой игры с «Акбарсом», что получается счет держать 0-0? Ну, посмотрели, нам показали наши ошибки, стараемся их не делать, поменьше удаляться, чтобы не давать шанса. Ребята мастеровитые против нас играют, исполнить могут. Нам нужно сейчас добавить бой, чтобы забить свои голы и также строго играть в обороне. Вы ранее играли в «Акбарсе», вы-то точно знаете, куда нужно бить, чтобы забить Белялову? Ну, сейчас посмотрим, 60 минут пройдет. А все же, что же будет главным элементом для «Спартака», чтобы выиграть? Но, повторюсь, забить нужно свои голы, без голов нету побед, и также строго сыграть в обороне, без ошибок. Спасибо, хорошей игры. Спасибо.